Всем привет! В этом выпуске предлагаю вашему вниманию прогулку по Воронежу. Ну, начнем мы с вот этого эпичного здания вокзала, которое было построено в 1954 году. Ну, здание построено в таком типичном сталинском стиле. Ну и вот его выделяют вот эти вот очень классные такие скульптуры. Примерно здание вокзала. Железнодорожное сообщение в Воронеже появилось в 1868 году. Сначала была открыта ветка до Мичуринска, Козлова тогда. Ну и буквально сразу же через год уже доработало сообщение до Москвы. Затем, ближе к концу 19 века, было построено огромное здание вокзала, которое было полностью разрушено в ходе немецкой оккупации и боев за освобождение Воронежа. Паровоз типа 050 серии R установлен в 2014 году, производство 52 года, и установлен в честь Международного Платоновского фестиваля. И тут даже есть цитата Андрея Платонова: «Сквозь сонный безветренный дождь что-то грустно и глухо запело, так далеко, что там, где пело, наверное, не было дождя и был день. Захар Палыч сразу забыл бобыля и дождь, и голод, и встал. Это гудела далекая машина, живой работающий паровоз». Вот такой замечательный вид открывается от памятника на вокзал. Вот, собственно, генерал Иван Черняховский, под командованием которого Воронеж был освобожден. И здесь есть такая особенность, что памятник был установлен изначально в Вильнюсе и до 91 года там находился. Но вот, естественно, там его решили снести. И воронежцы, мне кажется, довольно удачно тут отработали, забрали памятник. И вот он теперь красуется здесь. Ну, еще один монумент, слава советской науке, тоже позаимствован Воронежем у Зеленограда. Изначально монумент должен был находиться там, но что-то он там им не понравился. И, в общем, обменяли воронежцы этот монумент на 2 тонны металла. Вот такая интересная история. Воронежские будни. Симпатичный образец кирпичной архитектуры. Это комплекс казенного винного склада. Это даже не самый главный корпус здесь, но вот основан в 1900 году. И вот он такой вот замечательный. Здесь, сейчас здесь такое пространство можно поесть. Давайте посмотрим с этой стороны. Вот так. Перед нами невероятное начальное училище 1907 года. Посмотрите, какой тут просто чудо кирпичной архитектуры. Еще в таком русском стиле. Прекрасный, мне кажется, такой скругленный дом с балкончиком. Чудо. В магазине «Сказка» вы можете купить такие вот оригинальные воронежские конфеты. Я вот взял миндаль манго и марципан лемонграсс. Усадьба Плотникова, середина 19 века. Тут какие-то кирпичные стены. Вот такая вот усадьба. Возможно, второй дом тоже это усадьба. Давайте посмотрим. Старая усадьба 19 века и новая стекляшка а-ля Лужков стайл. Перед нами одно из старейших зданий Воронежа. Это кирха Святой Девы Марии, построенная в 1819 году. Оп-оп-оп. Тут даже проходит, видите, вечер органной музыки.
представляет собой уникальную ценность. Единственное сохранившее культовое здание протестантской церкви в Воронеже. Осуществлялось на средства лютеранской общины города Воронежа. В 1938 году, как обычно, она была ликвидирована, сброшен шпиль с крестом. И в 1995 году опять отнесена к объектам культурного наследия. И в 2021 году обратно передана Евангелической лютеранской церкви Европейской части России. Смотрите, а это вот уже лицо нового Воронежа. Мне кажется, прекрасный образец новой архитектуры. Все очень выдержано в едином свете. И очередной памятник 19 века. Один из замечательных примеров воронежской архитектуры конца 19 века. Здесь, кстати, проживал архитектор Гайн. Дом примерно 1890 года постройки. Ну, еще здесь жил профессор Келлер. Пример кирпичной архитектуры. Это у нас среднетехническое училище имени Петра I. Начало 20 века. Тщательно оформленный дом в кирпичном стиле. Тоже, скорее всего, начало 20 века. Тут еще такая, видите, уютная кафешка. Долгое время, конечно, воронежцы думали, кто же у них символ города. Но давайте честно скажем, на всю страну Воронеж известен вот этим человеком, Юрием Клинских Хой. Или как правильно это сказать? Легендарным основателем группы «Сектор Газа». Мне кажется, Воронеж достоин того, чтобы где-нибудь в центре города появился настоящий вот такой памятник этому замечательному певцу. Как думаете? Еще одна жемчужина застройки 19 века – это усадьба Германовской. Ну и в этом доме в 1870 году родился писатель Бунин. Смотрите, какая здесь невероятная дверь. Просто шик. Возможно, первый этаж кирпичный, а вторая настройка уже деревянная. Ну и здесь находится музей писателя. После Питера, конечно, Воронеж впечатляет своей такой холмистостью. Вот сейчас, не знаю, видно, не видно, я довольно-таки круто иду вниз. К этому мы еще вернемся. Перед нами явно нижняя часть старая, явно дореволюционная, но уже верх — это уже достройка современная. Замечательная кирпичная архитектура. Ой, какие тут прикольные почтовые ящики. Прекрасно, тут, видимо, балкончик был. Я бы сказал, что еще одна уникальная черта Воронежа — это огромное количество одноэтажных домов жилых, которые, в принципе, находятся в самом центре города. То есть я тут прошелся буквально, ну сколько, минут 15 от вокзала. И смотрите, какая здесь тишь, да благодать. Люди тут свои дворики красивые. Все ухожено. Там у нас прекрасная церковь, сейчас вот уже туда подойдем. То есть в Воронеже реально можно, если очень захотеть, копить денег, купить какой-нибудь такой дом и жить прямо в центре, в тишине. Это такое уникальное свойство. Я такое видел только, по-моему, в Улан-Удэ массово тоже такое явление присутствует. Тут у нас воронежский котик и аж мостовая. Невероятно. Мы с вами спускались. Я даже решил пройтись по этим камешкам. И вышли на Воронежское море, так называемое. Оно же Воронежское водохранилище. По-моему, оно было построено где-то, организовано, скажем так, в начале 70-х. И, по-моему, было последним в Советском Союзе таким искусственным большим водоемом. Вон там уже и лодочки, все замечательно. Люди отдыхают.
грандиозно, мне кажется. И обратите внимание, здесь практически частный сектор, вот в этой низине у воды. Собственно, там у нас левый берег, здесь у нас правый берег. А именно эта часть Воронежа была под оккупацией. А там все-таки уже тот берег захватить не получилось. Мы с вами попали в Алексеев Акатов монастырь, который берет свое начало аж с 1640 года. Давайте посмотрим. Ну, это здание, я так понимаю, было построено значительно позже, в 1812 году. Ну а жемчужиной монастыря является вот эта вот колокольня 1674 года. Это самое старое каменное здание Воронежа. И заодно единственный пример шатровой архитектуры в городе. Мне кажется, замечательно выглядит. Как и сам монастырь, который тут весь в цветах. Ну и Алексеевская церковь в таком уже стиле вполне себе зрелого классицизма. Перед нами еще один шедевр церковной архитектуры. Это Введенская церковь, построена в 1780 году. Ну и явно это такой зрелый пример церкви в стиле барокко. Какие-то интересные такие навершия, да, у колонн. Это перед нами дом Рябоконева, видимо, начало 20 века. И смотрите, какой здесь невероятный вид между домами. Вообще, можно офигеть. Ну и с противоположной стороны у нас дом усадьбы Гордениной. Тоже, мне кажется, заслуживает внимания. Так же, как и вот этот абсолютно феерический почтовый ящик. Я уже начинаю просто смотреть на эти почтовые ящики. Такого я уже давно не видел. Мне кажется, чудо. На улице Лизюкова находится, наверное, самая милая воронежская достопримечательность. Это вот такой вот тут изображен котенок и вороненок с улицы Лизюкова. Не знаю, как вам, а мне вот как-то даже вороненок нравится больше, чем котенок. Он вообще такой прикольный. Смотрите, с такой как бы с улыбочкой. В магазине «Котенок», находящийся на улице Лизюкова, нет ничего, никакого сувенира, никакой футболки с изображением этого котенка. Очень жаль, мне кажется, что воронежцы, что гости города могли бы с удовольствием приобретать всевозможные, там, я не знаю, носки, футболки, там, бейсболки и так далее, с этим замечательным изображением. Нами огроменный Богоявленский собор, построенный буквально 15 лет назад, то есть это новодел. Ну и воронежцы решили не мелочиться и построили по ходу третий по высоте храм в стране, после храма Христа Спасителя в Москве, ну и Исаакиевского собора в Питере. Получилась такая доминанта, которую видно практически со всех уголков города. Замечательная такая деталь. Храм располагался в парке, который был в советское время построен. И получается, что у нас теперь храм, в общем-то, с оградой, с советской символикой. Мне кажется, довольно-таки забавно. Ну и еще у нас здесь сразу же еще одна характерная доминанта Воронежа. Это здание управления Юго-Восточной железной дороги. Начали его устроить в стиле конструктивизма еще в 30-е годы, ну и закончили уже после войны в 50-е, уже в таком сталинском, неоклассическом стиле. У этого здания есть такая замечательная особенность. Вот видим вот эту огромную арку, заходим и там видим что-то еще. А это не что иное, как Воронежский дворец 1779 года. Ныне в этом здании располагается Воронежский художественный музей имени Крамского. Вот такая красота
Что-то по духу напоминает Зимний дворец. Прямо напротив здания управления Юго-Восточной дороги находится Петровский сквер, в котором, собственно, установлен памятник Петру Первому. Петр Первый предпринял первую попытку основать военный флот именно здесь, в Воронеже, но, надеюсь, об этом мы еще поговорим. Двигаюсь по главной артерии Воронежа, проспекту Революции, замечательной архитектурой. Сейчас посмотрим, что же здесь еще сохранилось интересного. Немножко свернули от проспекта Революции и вот подходим к главному военному монументу в Воронеже. Вот такие вот эпичные, такие брутальные солдаты, ополченцы, мать с ребенком. Ну и вечный огонь. Здесь же установлена стела. Сейчас подойдем поближе. А также открывается весьма панорамный вид на город. Летом 42 года немецкие войска в ходе сталинградского наступления вошли в эту часть Воронежа. И с той стороны, на левом берегу, как я уже сказал, находилась Красная Армия. И практически до января 43-го здесь шли ожесточенные бои, в ходе которых 95% застройки Воронежа было уничтожено, но из исторических домов осталось в районе 200. И у меня есть такая даже гипотеза, что, видимо, основная часть какой-то исторической среды осталась именно вот в этой низине, видимо, потому что снаряды перелетали, как бы, и вот этот вот пригорок, он остался более-менее как-то сохранен. То есть вот если что-то интересное такое историческое искать, то, видимо, там. А все, что уже по эту сторону, это уже в большей степени было либо реконструировано, либо переделано уже после войны. Стелла просто невероятная. Очень высокая. Не знаю, как это ощущается на съемке, но довольно-таки впечатляет. Такой барельеф, посвященный явно основанию Воронежа. Здесь у нас Воронежская крепость. Здесь явно такой, может быть, готопредестинация. Ну и барельеф, посвященный более-менее современной истории города. Здесь у нас такой виден спутник. Связано это тем, что здесь, в Воронеже, разрабатывались в том числе и ракетные двигатели. Было бы неплохо, если бы также где-то было бы упомянуто о том, что на Воронежском авиационном заводе был также произведен наш широкофюзеляжный самолет Ил-86, затем Ил-96, ну а главное, наш гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144. Ну, а это одна из таких печалей Воронежа, гостиница «Мариот». Это такой прямо гигант, которого вылупили в самый центр исторической среды. Ну, сами решайте, насколько вам это все нравится. Чуть-чуть я отошел от проспекта Революции, и перед нами сразу же возникла усадьба Роменского 1893 года постройки. Смотрите, какая красотища. А еще посмотрите, как здесь здорово смотрится монструозный Мариот. Да. Что-то в этом есть все-таки. Есть в Воронеже и примеры архитектуры эпохи модерна. Перед нами гостиница «Централь» 1890 года. Давайте посмотрим поближе. Все-таки я решил зайти и посмотреть, а что же здесь? Что же скрывается под этим замечательным переходом?
Вот так. Еще одна арка. Ну и сейчас мы с вами посмотрим еще один шедевр эпохи модерна. Это перед нами гостиница «Бристоль», построена в 1910 году. Это первое здание в городе из железобетона, ну и в советское время называлась гостиница «Москва». Посмотрите, как, сколько здесь всего. Это просто у меня голова уже идет кругом от количества всевозможных деталей. То есть такое на грани китча такого, да? Ну давайте поближе посмотрим теперь. Это, кстати, кукольный театр воронежский. Одна из любимых скульптур воронежцев — белый бим, черное ухо. Так, посмотрим, черное у него, да, вот одно черное, якобы. Прекрасный театр, но из-за солнца, я не знаю, сейчас попробую вот с этой стороны. Вот, наверное, отсюда будет что-то видно. Вот такой необычный, пестрый, вот эта верхняя часть смотрится достаточно интересно. Вот еще такие скульптурки наверху. Так, и сейчас все-таки пойдем и посмотрим на наш Бристоль поближе. Это перед вами еще дореволюционная застройка Воронежа. Нашел замечательную обзорную точку на кукольный театр. Смотрите, как классно. Ну, не только на театр, смотрите, здесь можно и на Бристоль посмотреть. И на шумящий Воронеж. Какая шикарная дверь. Такое ощущение, что даже ручки сохранились. Даже оригинал ручки. Замечательно. Здесь у нас шикарнейший магазин посуды. Тоже. Возможно, даже настоящая ручка. Обратите внимание на ограду в стиле модерн, с цветами, растительностью, как и положено. Тут у нас кафе «Бристоль». Вот так выглядит «Бристоль» с видом на театр. Здесь тусуются воронежские молодожены, тоже видите. Ну, место, конечно же, такое почетное, красивое. Почему бы нет? Там даже есть двор. Подъезд номер 3. Вот здесь уже что-то похожее на оригинальное сохранилось. Так, дальше я не пойду, конечно же. Внутри советских воронежских кварталов можно увидеть и сохранившиеся образцы эпохи модерна. Вот, например, дом купца Лагутина, 1912 год. Обратите внимание, сохранилась плитка. Так, вот даже дверь вроде бы осталась. Давайте посмотрим. У каждого свой звонок. Ну, перед нами еще один образец воронежского модерна, тоже притаившийся в советских кварталах. Это дом Замятнина. 1913 года. Ну, прежде всего, мы тут видим всевозможные растительные орнаменты, там вот какие-то скульптуры. Ну и воронежцы называют его домом с совой по вот этой вот замечательной сове, которая до сих пор нас тут радует по центру дома. Воронежская филармония. Здесь есть такой свой египетский кусочек. Ну, за филармонией
попадаем в Кольцовский сквер. В годы Великой Отечественной войны, во время немецкой оккупации, немцы здесь устроили прямо в центре города кладбище. Не в первый раз я такое встречаю. Можно найти соответствующие фотографии. Так что такое место с интересной, мягко скажем, аурой. Ну и понятно, в советское время здесь все эти захоронения перенесли. И вот теперь здесь сквер находится. С таким замечательным фонтаном. Давайте посмотрим поближе. В Кольцовском сфере установлен памятник Алексею Васильевичу Кольцову, воронежскому писателю. Здесь мы вышли уже к зданию администрации, традиционный Ильич. А, так, вот это я забыл, что, по-моему, тоже театр, что ли? Потом проверю, напишу. Здесь вот как-то так необычайно тихо, потому что я попал на паузу. Ура! Светофорную паузу. Да, я все правильно сказал. Это Воронежский театр оперы и балета. Смотрите, сколько там всего интересного наверху. Предлагаю заглянуть в еще одну гордость Воронежа. Знаменитый центральный рынок. Посмотрим, можно ли там что-нибудь интересное такое, специфическое, воронежское приобрести. Вроде как здесь исключительно, в основном на местных продуктах все работают. Так что сейчас... О, я такого давно не видел. Мясо. Мясо прямо свежачком. Да, это весело. Так, где же воронежский пряник? Не вижу воронежского пряника. И нашел воронежский пряник. Вот один с изображением моста каменного, к которому мы еще сейчас придем, надеюсь. И тут церквушка, не узнаю, что за церковь. Вот такие вот пряники. Ну и еще одно примечательное место находится недалеко от центрального рынка. Это у нас дом Протасова 19 века. Ну а главная все-таки достопримечательность — это вот эта вот замечательная афишная тумба. Была установлена купцом Клишиным в конце 19 века. Всего таких тумб было 60 штук по всему городу. Уже в начале 2000-х осталось всего 2. Ну и, по-моему, в 2008 году предпоследнюю демонтировали в ходе очередной стройки. И вот это последнее творение, которое осталось в Воронеже с тех самых времен. Выполнено в виде такого изящного грибочка. Ну... Очень рассчитываю на то, что воронежцы как-то сохранят хотя бы эту последнюю тумбу. Здание явно уже как будто строили в эпоху борьбы с излишествами. Оно такое уже не слишком-то уже декорированное. Это перед нами дом купца Севастьянова. Первый трехэтажный кирпичный дом в Воронеже. Что радует, так то, что остекление все еще... оригинальная.
мы с вами подходим к еще одной визитной карточке Воронежа. Это каменный мост, построенный примерно в 1825 году. Собственно, если помните речь, если мы вернемся к Петру Первому, то, конечно, мы не можем здесь обойти тему Воронежской верфи. И вот сама эта дорога, я так понимаю, по ней всевозможные материалы для верфи и спускались к воде. Сейчас мы примерно в ту сторону и пойдем. Раньше мост был с чугунной оградой, но, как водится, молодожены вешали здесь замки. Вместо того, чтобы их срывать, решили просто тут все вбить в гранит. Так что вот мост немножко поменялся, скажем так, по своему виду. Ну и здесь рядом с мостом можно увидеть здание Александринского приюта. Тоже 19 века. Ну, не знаю, наверное, вот это вот кусочек какой-то более-менее аутентичной ограды. Наверное, что-то типа этого было и на этом мосту. Как будто какие-то даже кольца, видите, сделали в честь молодожен. Ну, в общем, вот этот наш каменный мост. Вот здесь люди продолжают, видите, вешать. Я все-таки нашел место, где люди продолжают вешать свои замочки. Вот этот наш мост. И вот мы сейчас пойдем по улице Карла Маркса, которая на самом деле совпадает с древним трактом, по которому, в общем-то, несли всевозможные товары и материалы, стройматериалы для Воронежской верфи. Сейчас сначала дойдем до этого места, ну и потом более подробно расскажу про Воронежскую верфь. Так, вот на тракте также мы встречаем мещанскую пожарную часть, она же полицейская часть. Там вот какой-то медальончик интересный, давайте посмотрим. В этом здании до 17 года размещалась мещанская полицейская часть. Ну, в общем-то, мы это и так знаем с вами уже. И вот здесь есть еще одна интересная вещь, которую воронежцы, наверное, пропускают, а я не пропущу. Вот здесь, может быть, находится самая древняя часть Воронежа. Это древний дорожный знак 17 века. Вот он здесь так и остался. Вот отсюда прекрасно эта часть выглядит. Практически как замок какой-то, да? Ну, а мы с вами продолжаем двигаться уже опять к воде. И вот здесь уже начинаются такие резкие спуски. Это по факту и есть одна из самых исторических улиц, ныне которая называется улица Карла Маркса. Можно пойти туда или сюда. Вот я даже не знаю, куда мне больше нравится, по-моему. Вот давайте выберем, куда мы хотим пойти. Давайте пойдем сюда, например. Там вот я вижу какую-то избушку прикольную, поэтому мне туда и хочется пойти. Здесь очень крутой спуск. Не знаю, видите или нет. Я, походу, решил все-таки спускаться не по Карла Маркса, а по Старомосковской. Ну ладно, видимо, мне Старомосковская больше понравилась. Смотрите, какой там фантастический вид. И еще и котик к нам идет, смотрите. Ой, такой бежит, мяк-мяк-мяк. Наверное, местный. Ладно, бегай тут, бегай. Вообще, смотрите, какой здесь класс. Переулок Старомосковский. Может быть, надо было по Карла Маркса пойти, но что выбрано, то выбрано. Вон он там, весь Воронеж как на ладони. Классика жанра. Ящики. Ну, я не знаю, как тут можно зимой спускаться, потому что даже по асфальту у меня тут явно есть некоторые проблемы. Вообще, смотрите на это. Продолжаю спускаться. Да, быстро не получится. Зато здесь достаточно тихо. Такие вот хибарки тут есть. Вот они, секретные улочки Воронежа.
по которым обязательно нужно любому туристу пройтись. Были бы силы, я бы поднялся и еще бы по Карлу Маркса бы, конечно, прошелся, но сейчас я могу выбрать что-то одно. Весь Воронеж как на ладони, шикарный вид. И мы с вами приближаемся к месту, в котором была основана Воронежская судоверфь. Мне кажется, вот эти вот исторические улицы и есть, наверное, основное достояние Воронежа. Потому что мало где такое что-то можно найти, ну, где-нибудь на Кавказе, наверное, но в нашей местности. Я могу только, если Самару вспомнить, там тоже такой спуск к Волге. Ну, может быть, Нижний Новгород. Но не с такой вот исторической застройкой. Так, вот, и мы с вами плавненько выходим на Адмиралтейскую площадь, которая находится прямо на берегу Воронежского водохранилища. На Адмиралтейской площади находится Успенская Адмиралтейская церковь. Она состоит из двух частей. Вот ее левая часть была построена в 1694 году. Там можно такие увидеть черты, наличники, характерные черты, наличники и все такое прочее. То есть это у нас уже получается второе по древности кирпичное здание в городе. Ну и здесь у нас уже колокольня, она была пристроена позже, в таком же, по-моему, эпохе классицизма. Ну, сейчас она на реставрации, картинку я добавлю. В общем-то, предыстория этого места следующая. После неудачного штурма Азова Петр I понял, что без флота взять Азов не получится, потому что там турки постоянно подвозили припасы со стороны воды, со стороны моря. Ну, соответственно, Петр решил построить флот, чтобы все-таки атаковать Азов и со стороны моря тоже. В результате в 1698 году было заложено сразу несколько кораблей, среди них Гота-Предестинация, которая строилась по чертежам Петра I и русскими специалистами. Кроме этого, кстати говоря, были построены еще корабли Черепаха и Великий Голес. Причем Черепаху строил английский мастер, а строительством второго корабля занимался венецианец. То есть Петр сразу же здесь устроил такое соревнование, какой из трех кораблей построит быстрее, какой получится лучше и так далее. Пушки были отлиты на заводе Демидовых. Уже в 1700 году корабль Гота-Предестинация был спущен на воду. Ну, переводится такой интересный тут набор слов. Гота — это от немецкого бог, предестинация — это предназначение, ну или как хотите переводите, предвидение и так далее. Вот этот корабль, реплику мы его сейчас видим. В 1700 году он был спущен на воду и вошел в состав Азовского флота. Ну и вот не так давно в Воронеже была построена копия этого корабля. Давайте посмотрим. Честно сказать, такое ощущение, что это место является самым популярным среди воронежцев. Потому что такого количества людей я больше тут нигде и не видел. Видимо, корабль и правда был весьма к месту тут построен. Я так понимаю, что он в принципе может плавать, но... То есть это полноценное судно, но почему-то оно так здесь и стоит. Может быть, когда-нибудь мы еще и увидим, как оно ходит по Воронежскому морю. Ну вот здесь, заметьте, вот эта нашумевшая варламовская форточка. Потому что он, когда здесь был, заметил, что у корабля реплики начала
18 века пластиковое окно, и видите, его покрасили такой красненький цвет, чтобы так уж прям глаза не бросалось. До 1710 года корабль находился тут где-то на верфях, то есть он не участвовал ни в каких действиях боевых. А в 1711 году русская армия потерпела поражение от турок в ходе прудского похода в Молдавию, в ходе которого и Таганрог был разорен, и Азов возвращен туркам. Там, если помните, еще была битва под Полтавой. Карл XII тогда сбежал в Османскую империю, и пришлось в ходе этого мирного соглашения его беспрепятственно пропустить в Швецию. А весь русский южный флот по этому мирному договору должен был прекратить свое существование, что и произошло. Петр I пытался спасти вот 4 корабля, то есть, чтобы их пропустили через Босфор и Дарданеллу, но турки отказали. Единственный, собственно, вариант рабочий был — это продать их, хоть какие-то деньги выручить. Вот, собственно, это и было сделано. Турки использовали этот корабль еще некоторое время, до 1718 года, после чего корабль был признан негодным и продан на слом. Ну вот, а в 1736 году Азов был взят снова русскими войсками. Однако, в общем, толку было мало, поскольку торговать и проходить проливы все-таки нам не дали. И только в 1774 году мечта Петра I сбылась, и Россия наконец-то получила доступ к Черному морю. Ну и, кстати, Петр I, когда заключил это перемирие с турками, тоже решил вопрос юга, поскольку теперь все силы можно было перенаправить на шведов, в ходе чего они были полностью разбиты, и Россия получила окончательно выход к Балтийскому морю. Вот такая вот история. Ну вот тут еще в центре площади установили растральную колонну. Ну вот такая получилась пробежка по Воронежу. Всем пока!